Из бюджета Ненецкого округа будут выделены деньги на перенос участка водовода, который препятствует эксплуатации дороги Наринмар-Тельвиска. Об этом заявила начальник управления ЖКХ и строительства округа Валентина Саутина. Работы будут выполнять предприятия объединенных котельных и тепловых сетей. Как только ПОКИТС выполнит эти работы, вопрос о продолжении строительства будет рассматриваться вновь. Кстати, по результатам опроса жителей Тельвиски большинство поддерживают это строительство. В целях сохранения уже построенной части дороги от паводковых вод Центрстройзаказчику поставлена задача выполнить необходимый комплекс работ на возведенном участке дороги. Понтонный мост в настоящее время вывезен на базу для обеспечения сохранности. Кроме того, предстоит пересчитать затраты, необходимые для продолжения строительства.